Что? Что такое? Что? Эхо Москвы представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. А вы настро... Здравствуйте. В нашей программе мы не только итожим события недели, но и смотрим, кто что интересное написал в соцсетях. И я это тут цитирую. Вот важная история, мне хорошо знакомая. Телеобозреватель Анна Качкаева описывает, как принято раньше было говорить, правительственный концерт, посвященный в этот раз такой, вы знаете, полумифической лично путинской структуре Росгвардии. И вот дальше она цитирует, там же поются песни, хором, все это дело прославляется, и вот она цитирует. «Борьба с терроризмом и ложью». Это первая цитата. Дальше. «Храня закон Российской Федерации, мы идем по острым граням контроперации». Это не Евтушенко. Это в запеве про Росгвардию, которая, дальше хором припев, «Законность и оплот, Росгвардия, гарантия свобод, родную страну и великий народ Росгвардия не подведет». Конец цитаты. Нормально, да? Дальше Анна Качкаева пишет. «Концерт на Первом. Национальный гвардеец эстрады. Как вы думаете, кто поет эту песню?» Ну, конечно, он, Кобзон, уже спел. Дальше говорится, национальное достояние хор имени Пятницкого на сцене. Вот это все конферанс, пишет Качкаева, в исполнении актера Дюжева и ведущей Яны Чуриковой. Дальше она иронизирует. Ждем кадетов и детских коллективов. Естественно, в зале Путина генерал Золотов среди зрителей. Конец цитаты. Вот я, знаете, я ничего плохого про Росгвардию сказать не могу, потому что она мне практически не интересна. Это для подавления, да, я пока что не нахожусь в том поле, которое подавляет Росгвардия. Тут дело в другом. Вот обратим внимание, что минуло, видимо, 100 лет, как Кобзон пел про КПСС на съездовских концертах. И тут, вдумайтесь, сколько лет минуло, и тут опять он. И рифмы, те же советские рифмы, про КПСС только переделанные, эти рифмы не подведет законность и оплот. Законность и оплот — это с концерта, посвященного Дню милиции. Они как кувалдой по башке. Вот скажите, вы будете любить эту Росгвардию, этих певцов, эти рифмы, когда только что со Смаком пообщались с друзьями в Фейсбуке или ВКонтакте, потом посмотрели или собираетесь смотреть хороший, новый, скачанный пиратский фильм. Я думаю, смею предположить, что вас стошнит. Вот как такое может быть? Не знаю, но вот так российская власть идет в ногу со временем. Я процитировал Качкаеву, еще раз повторю, не потому, что мне в какой-то мере, хоть в какой-то интересна эта Росгвардия, она развалится, как развалились нашисты в свое время, или сгинет, как только Путин уйдет. Более того, смело могу прогнозировать, что пару человек из ее руководства сядут за растраты. Я привел эти зловонные росгвардейские рифмы только чтобы напомнить, что сейчас интернет наполнен чудесными стихами Евтушенко, который умер. И вот я читаю очередной стих Евтушенко, а далее мне по телевизору показывают эти росгвардейские рифмы, написанные за небольшие деньги придворными рифмоплетами. Этого вполне достаточно, чтобы, взяв Евтушенко даже не за гениальность, а просто за стандарт российской словесности, российского поэтического слова, понять, что мы даже не пали, мы даже не пытались подняться, а просто сидим в том же, в советском, где власти поют кондовые рифмы, ее прославляющие, где власть не разговаривает с народом, а если надо, то и стрельнет в него, что очень может быть против
дальнобойщиков в Дагестане, там стянули регулярные войска. Про Евтушенко будет комментарий Киселева, а дальнобойщиков мы еще вспомним. Ростовцева, Нарышкин, Соломин, Гонопольский. Здравствуйте, ребята. Это мы, добрый вечер. Добрый вечер. Поехали, давайте. Это программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. События недели. События недели. Давайте начнем, это важно. Это важно? Это важно. Начать мы решили с событий. Это даже смешно. Это даже смешно, учитывая то событие, которое мы поставили в начале. Которое мы поставили первым. Ну, естественно, это региональная поездка нашего президента, который зачем-то потащил с собой еще и премьер-министра на самую северную пограничную заставу России, на остров Земля Александры, в архипелаге Земля Франца Иосифа. Вооружившись ледорубом, российский лидер отколол кусок ледника. Они разбирались там с вопросом борьбы с мусором, ну и военные, наверное, какие-то вопросы решали. Ну и, может быть, все-таки обсуждали последние события, потому что как раз-таки на фоне этих событий Владимир Путин и Дмитрий Медведев отправились в эту неожиданную для всех поездку. Я, кстати, хотел напомнить, что вот у одного из чешских президентов была такая... Там у них есть местные вот эти вот не религиозные, а мифические какие-то верования, что если происходит какой-то в стране ураган политический или там неважно какой, то король чешский, он должен был пойти взбираться на гору. Понимаете, таким образом, вот как бы привлекая к себе удачу, высшие силы и так далее. Вот ему нужно было покорить эту гору в период самого там страшного лихолетия. И когда вот были проблемы с, не проблемы, а с Евросоюзом, там по поводу Евросоюза возникали терки какие-то, то вступление там страны в Евросоюз или еще что-то, то чешский президент тоже отправился так чисто популистски на эту гору покорять ее, чтобы высшие силы повернулись к нему и убедили всех, что он прав. Я не знаю, имеет ли какой-то оккультный смысл вот эта поездка, но она явно... Вот, о да, говорит Матвей Гонопольский, мы вас не слышим только, но я по губам читаю. Как но вы... ты понял, что я говорю о да, по губам ты читаю, понимаешь, да. Ужас, ужас, вот то, что я читал в начале, вот эти вот, вот если Росгвардия, значит правительственный концерт, значит Путин и Золотов сидят в зале и без улыбок это все дело слушают. Это значит, обязательно это ритуал Кобзон на сцене, это обязательно эти чудовищные рифмы. Но и везде этот ритуал. Ну, например, приказано поддержать Медведева. И вот Медведев в куртке с надписью «Медведев», что тоже смешно, а Путин с надписью куртки, на куртке «Путин» оказываются, во-первых, вместе. Это значит, идите вы полем все, потому что это мой премьер, и я его не сдам. Это раз. Второе, где... Не где-то, даже не в Симферополе, а там, где вечные ценности. Нужно было показать, что вы, ребята, занимаетесь мелочью. Этот ваш Навальный, вот это вот все, эти протесты дальнобойщиков, это мелочи. Мы же, президент и премьер, символично находимся там, где вечные ценности, а именно на севере, там, где нужно отстаивать вот эту кромку, которая в любом случае должна быть российской, где ведутся сложные терки, переговоры для того, чтобы учитывалась какая-то повышенная зона, более широкая российских интересов. Вот, в этом символизм. Слушайте, и этот символизм, давай, ребята, давайте, страшен, хочу... знаете чем? Да. Знаешь чем? Тем, что, ребята, я это все видел в советское время. И это неуклонно, как падение шарика вниз, да, под действием известных сил. Вот известные или неизвестные силы повторяют все это в государстве. Нет, послушайте, я вам хочу возразить и защитить Владимира Путина. Нет никакого падения. Во-первых, Путин не ехал конкретно вот из Москвы на землю Франца Иосифа. Путин все-таки приезжал в Архангельск, там был вот Арктический форум. Поездка планировалась давно, как, собственно, и форум.
Ну неужели из-за того, не, ну слушайте, красиво. Поставьте себя на место Путина, неужели из-за того, что в Москве прошла акция протеста, надо теперь все отменять, сидеть в Новоогарёво или в Кремле и трястись, конечно, от страха? Конечно, то, что нет. Путин хотел сказать по поводу этих акций, он на этой неделе сказал про арабскую весну, про то, как оппозиция не может использовать тему коррупции, это исключительно прерогатива власти. Ну и чего? Какая разница, Нарышкин, где он это говорит? Какая разница, какая важно. Локация и декорация? Президент должен показывать, куда страна идет, как ведет президент за собой страну. Вот он и показал с родным премьером. Для меня это абсолютно очевидно. Вечную мерзлоту, вы хотите сказать, ведет президент нашей страны. Это можно иронизировать сколько угодно. Вечную мерзлоту, я думаю, интернет... Поездка в регионы, нормальная практика у любого лидера. Белым медведям тоже нужно внимание царя. Я думаю, что им внимание царя было уделено гораздо больше, чем той молодежи, больше тысячи человек, которые только в Москве арестовали. Только я бы вас попросил, одно маленькое уточнение, не царя, а вполне демократических институтов. У нас целые совершенно две верно. Ветви власти присутствовали сейчас. Даю тебе премию Жванецкого одна ветвь, то, что... Но такая. Да, одна ветвь, но косая и кривая. Хорошо, но ровная. Значит, ребяточки, вот жизнь в России наполнена советским символизмом. Понимаете? Вот такой странной, такой поэтикой такой, что нужно, чтобы обязательно была атмосфера, не просто рабочее совещание. А вот это вот куртка Медведев, куртка Путин, потому что проверенная куртка, чтобы не была там, все смеются по поводу того, зачем там нужны были фамилии. Это важные фамилии. И фамилии, потому что куртки проверяются, чтобы там никто ничего, никакой чай туда не влил. Понимаете, а то медведи там ходят, мало ли что они... Да знают. Правильно, сынок, потому что, слушайте, хватит, ну зачем вы-то ведетесь? Вы взрослый, умный человек. Вы тоже, что ли, будете сейчас над куртками смеяться? Спасибо. На куртках написано, давайте, потому давайте что все путаются. Видно только глаза, можно перепутать Путина с Медведевым. Знаете что? Они просто одинаково. Слушайте, видели фотографию Пескова, который вообще натянул его вот себе капюшон? Ну, холодно. Чёрт, это не Пескова, конечно, холодно. Ну, потому что это фотомонтаж. Не фотомонтаж, но это тем не менее, слушайте. Не может пресс-секретарь, знающий 28 языков, в таком виде таращиться на белом. Пресс-секретарь может все. После красных трико, а Дмитрия Пескова можно ожидать решительно всего. Хватит про трико, я тебя предупреждаю, могут станцию закрыть. Я хотел, послушайте, есть вопрос для слушателей, есть вопрос. На этой неделе был у нас в эфире по телефону, правда, Валерий Соловей, известный прогнозист, который предсказывает очень хорошо то, что у нас будет в России в ближайшее время. И он, что для нас было удивительно, сказал, что на 18-й год расчет... был во всяком случае, и сейчас предпринимаются для этого различные шаги, должен идти Дмитрий Медведев. Еще раз, нас огорошило это самих, потому что мы-то рассчитывали на 24-й год. Но тогда это действительно очень интересная теория, и мы подумали спросить у наших слушателей, а вот если такая альтернатива, продолжение новый срок Владимира Путина или возвращение Дмитрия Медведева, какой путь вам ближе, какой бы выбрали вы? Если вы бы выбрали новый срок Владимира Путина, тогда 660-06-64, если вы бы хотели видеть на посту президента в 2018 году, ну уж из выбирая из двух, так сказать, зол или добр, как вам больше нравится, Дмитрия Медведева, тогда 660-06-65. Начался подсчет ваших голосов. Мы говорим про 2018 год и проводим голосование. Что лучше, чтобы Владимир Путин остался на новый срок? 660-06-64 или чтобы произошла снова рокировочка и Дмитрий Медведев въехал в Кремль? 660-06-65. Если позволите, у меня уточняющий вопрос, я думаю, который у многих слушателей. А если Медведев премьер, то если Медведев президент, то Путин премьер, или вы многозначительно это утаиваете? Многозначительно утаиваем, ибо сами не знаем. Слушайте, вот есть у нас должность... рассказ Валерия Соловья, что в 2018 году, по некоторым пока представлениям, может пойти Дмитрий Медведев. Это новое для нас. Должность, звание — это не самое важное у Путина. Он может быть кем угодно. Духовным лидером, верховным, не знаю, правителем. Это не важно. Все, Владимир Путин.
Вот, давайте еще раз. Должность. Если, хорошо, если давай, в 2018 году Владимир Путин 660-0664. Что лучше, мы спрашиваем? Да, да. Что лучше? Что лучше? Если же рокировочка и Дмитрий Медведев в 2018 году, тогда 660-0665. Активное голосование идет, мы подстегиваем, мы подстегиваем. Голосуйте, голосуйте. А третьего пункта вот это хрен редьки нет. У вас только такого? Есть номер. Два телефона. Черт побери, не даете вы, понимаете, развернуться. Раззудись плечо, размахнись рука, не получается. А вот, слушай, это просто Матвей Юрьевич, потому что он привык, что на Украине вот эта вот богатая палитра, богатое политическое меню, можно выбирать из разных партий, из разных кандидатов. Пока, нет, здесь такого нет, правда. Давайте пока голосуют, я вам объясню, что нет никакого меню. Значит, есть Петр Порошенко, который, как вы знаете, имеет, ну, если можно так сказать, там, западным языком, кредит, то есть... так сказать, автоматическую такую возможность, вы знаете, всегда существующему президенту легче перекочевать на второй срок, а дальше путинская ситуация. Если не Порошенко, то кто? Есть Юлия Владимировна Тимошенко, но она как кобзон выпала из гнезда в том смысле, что она стилистически пережила свое время, и теперь это просто дама на лабутенах там или на чем-то, которая произносит ритуальные слова, и ее слушают, но это точно так же, знаете, как слушать, например, Касьянова, но не голосовать за него. Пусть Касьянов не обижается. Там тоже есть проблемы с стилистикой. Тимошенко, как и Касьянов, всегда тоже очень красиво говорит. Есть оппозиция, которая... такая, ну, так сказать, она говорит, что она патриотическая, но там вот, там русский дух, там Русью пахнет, поэтому она поддержана не будет. И есть такое, ну, вот нечто среднее, лидером чего может являться мэр Львова Садовой. Поэтому, вот видите, вот вроде бы, вот это вот все, есть такое украинское слово «резнобарвье», то есть резнобарвье, то есть разноцветие, нет, разноцветие. Вот казалось бы, что в Украине разноцветие политики, ну, есть там пару демагогов, типа Ляшко и так далее, кажется, что огромное количество кандидатов, кого хочешь, выбирай, а на самом деле вот эта пирамида власти, она устроена таким образом, что как-то вот большие шансы у Петра Алексеевича Порошенко устроить вой в Кремле, поскольку он опять может стать президентом на президентских выборах. Понимаете, вот проблема в таких политиках. Там даже нет своего Навального, скажем так, в Украине. Понимаете? Немного. Вот нет своего. Украинцы. Это поразительно. Нет, это поразительно. То есть, казалось бы, что должен быть свой Навальный, который мощный, который рулит антикоррупцией, знаете, Украина. Слушай, я читал статью хорошую на BBC, по-моему, да. Про то, как у вас сейчас вторая волна. Ну, на Украине, у вас, не у вас. Да. А как вторая волна заполнения и публикации электронных деклараций? Ну, так это же круто, вам не нужен Навальный на Украине, потому что есть уже какие-то государственные оппозицию всегда ведет оппозицию всегда ведет, заканчиваем, оппозицию всегда ведет харизматичная личность. Она либо есть, либо ее нет. Вот как она появляется, один Бог знает. Так вот, такой харизматичной личности в оппозиции украинской нету. Есть умные, талантливые, образованные, начитанные, но украинского Навального пока не существует. Потому что это, Навальный – это личность, но в гарнире обстоятельств. Плюс давление власти. В Украине нет такого давления власти, и это один из главных поводов того, что не возникает украинский Навальный. Видите, как я вам все рассказал? Спасибо. 32% наших слушателей поддержали бы в 2018 году. Лучше, говорят, что лучше, если в 2018 году идет Владимир Путин на новый срок. И 68% говорят, что лучше, если будет рокировочка и пойдет Дмитрий Медведев. 68% ставят на нашего премьера, который, кстати, декларацию тоже подает. Почему ты говоришь, что только... Ну, я тебе после эфира расскажу, на Украине все гораздо сложнее с декларациями, там вообще просто ад устраивает. Правда? Да, да. Декларация правда, лучше, нигде, когда нигде есть, не просты. Лучше, когда есть такие электронные декларации, да. И они в открытом режиме, и ты можешь посмотреть и уже не с чьих-то слов понять, кто коррупционер, кто не коррупционер. Все написано и все понятно. В этом смысле, может быть, кроме предстоящего безвизового режима, который должен быть там в определенное время, вот эти электронные декларации, это главное важнейшее приобретение украинской политики.
решиться на это, вы все оказались унтер-офицерскими вдовами, все высекли себя. Даже два раза. Все видно, да, все видно, кто что заработал. Предлагаю из прохладной Арктики вернуться на теплый Кавказ. В Дагестане, вы знаете, протестующих дальнобойщиков блокировали войска Росгвардии, и это событие само по себе угрожающим выглядит даже на фоне того, что происходило в Москве, и уж тем более того, что происходило в Москве сегодня, потому что люди в военной форме, ну, это Росгвардия, да, это внутренние войска, окружившие протестующих, явно готовые даже к самым решительным действиям, они действительно вызывают какой-то, ну, какой-то шок в каком-то смысле даже. И это событие, безусловно, оно, может быть, не такое сильно заметное было на этой неделе, во всяком случае, о нем не так много говорят, но, по-моему, оно невероятно мощное по силе своей. Наш корреспондент Арсений Веснин, кстати, был свидетелем вот того, как этих протестующих окружают самые настоящие войска. Да, не Министерство обороны, воюющие против противника иноземного, но внутренние войска, у которых тоже есть оружие, которые тоже невероятно экипированные, готовые воевать против, получается, своих же граждан. Ну, да, и мне кажется, что мы действительно, и об этом говорят наши коллеги, мы как-то недостаточно, мы думаем, что это какие-то шутки, что вот я просто боюсь, как бы не повторился Новочеркасск, понимаете, который, ну, почему бы ему не повториться? Вот какая-то невероятная ситуация, и то, что Путин берет Медведева, что обозначает то, что Путин берет Медведева, Алеша, с собой туда, на землю Франца Иосифа? Это обозначает, что никаких дискуссий. Этот человек, говорит Путин своей курткой и надписью «Путин» и выпучившим глаза своим пресс-секретарем, этот человек все делает правильно. Вот понимаете, тут поразительная ситуация, это я уже говорю без всякой иронии, поразительная ситуация, что у нас оказалось два безгрешных человека. Но как это? То, что позволено Путину, или там, скажем, то, что Путин себе позволяет, может ли позволять себе Медведев? И если Соловей прав, давайте спросим себя, Алеша, Соломин. А? Если Медведев будет рокировочка очередная, то да. Я задаю вопрос, это как? Человек с навальновскими обвинениями с одной стороны, человек с, так сказать, который не входит в диалог вообще, по поводу дальнобойщиков, а прячется, ну скажем прямо, он же прячется. Почему прячется? Вот встречался с представителями малого и среднего бизнеса, где люди объяснили, все какие понятно. У них есть претензии. Ты оппонируешь, это школа «Эхо Москвы». Это школа «Эхо Москвы». Нет, слушайте, я вам не буду оппонировать, зачем вы задаете этот вопрос, как Медведев пойдет куда там, на очередной срок. Вот вам, пожалуйста, голосование. Образованная аудитория «Эхо Москвы» гораздо более образованная, чем, например, аудитория телеканалов. Говорит, что она выбирает Медведева со всеми вот этими вводными, а не Владимира Путина. Нет, минутку. Если что? Медведев, а не Путин, то тогда то? Не забывай, что может быть Навальный. И тогда картина. Я считаю, что умоляю. Это большой риск. Ну где Навальный будет? На выборах не будет Навального. Еще раз, ты не знаешь, что будет завтра. И никто Конечно. Не знает. Хочешь насмешить Бога? Расскажи свои планы. Ну что ты такое говоришь? Да мы с тобой живем в стране не только непредсказуемого прошлого, но все-таки непредсказуемого будущего. Или ты вдруг, Нарышкин, многомудрый, скажешь, что ты... Ну, реалистами надо быть. Молодежь. Ну, слушайте, вы не можете просчитать, пойдет ли Навальный на выборы или нет. Что мы не можем быть реалистами, потому что мы не понимаем... Мы не знали и не прогнозировали, что выйдет эта молодежь. Дайте вопрос. Мы не знали, кто думал, что работяги вдруг... устроят вот такой протест. Работяги, дело которых ездить и слушать радиостанции, радио «Шансон». И вдруг вот такой. Мы не можем этого знать. Не успеем задать вопрос, зададим вопрос после короткой паузы в виде новостей и рекламы. Гнопольская, Матвей Гнопольский, Евгений Киселев будет чуть позже, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин.
Программа «Напульсы». Итоги недели без Евгения Киселева. Али, оп. Да, хорошо. Чувак. Да, продолжим, потом герой будет. Ой. Сам ползет. Что это? Новости на Эхе в студии Оксан Пашина. Здравствуйте. Что это было? Сегодня на этот раз не обошлось без задержаний, которые были спровоцированы... Кто-то ФСБ, да. Подключился? Да. У меня сейчас iPad сам... Алло. Настройки менял. Алло. Послушайте, я только что прочитал на агентстве Росбал, что около 70% россиян называют Путина ответственным в стране. Большинство россиян, 67%, прямо на mrosbal.ru. Большинство россиян, 67%, заявили, что президент несет ответственность за масштабы коррупции и финансовых злоупотреблений. Митрохин добавил, что власти в очередной раз продемонстрировали свое покровительство над рейдерами, пытающимися захватить парк. Спецпредставитель президента России по экологии Сергей Иванов прокомментировал ситуацию вокруг Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Ну и чего? Если вы считаете, что это неправильно, вот и вся моя... Ну слушайте, ну давайте, дайте пожалуйста... Дайте я вопрос только задам сначала. Давайте дальше пойдем. Ну у нас... Санкт-Петербурга в течение 20 дней должна рассмотреть вопрос... Хорошо. А кто это? Что это за опрос? Левада? Я видел опрос, по-моему, в ЦИОМа на неделе, что 80% довольны Путиным. Ну просто, ну, слушайте, а зачем это вводить? Вот у нас из трех тем, которые мы... планировали на первую часть. Мы ввели, мы обсудили только одну, и как всегда ее растянули. Ну пожалуйста, хорошо. На Триумфальной площади в Москве задержаны 29 участников прогулки оппозиции. Они были доставлены в МВД Пресненска. Первый герой, я заявлю просто очень кратко. Хорошо. Не будем разводить. Про Илона Маска сразу вопрос надо будет задать. И во время вопроса поговорить. Заспойлил. Петербурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, всего более чем в сотне российских городов. И около 10 человек были задержаны сегодня на Манежной площади, в том числе один школьник. Синюю подсветку зажгут. Твой знакомый вот этот? В центре Москвы задержан. В рамках международной акции в поддержку людей с аутизмом. Синие фасады должны появиться в эти минуты на Тверской улице и на Новом Арбате, сообщает РИА Новости. Напомню, 2 апреля 2007 года было объявлено, 2 апреля было объявлено Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. О погоде в Москве этой ночью от 4 до 6 градусов тепла. Какой-то вид помятый, пьет что ли? Ты он сумасшедший. Ты что, он уже вообще... Он... это не человек, я тебе говорю. Это страшный вообще человек. Программа Сергея Слоняна. Какой кинжальный вопрос? Я читал про него книжку. Это невозможно. Человек, который говорит, что я хочу, чтобы вы засыпали с головной болью каждый день своим сотрудникам. Независимой газеты Константина Ремчукова вы можете услышать в одноименной программе «Особое мнение» в понедельник. Что у вас нет ни семьи, ни никого. Эфир ведет Татьяна Фигенгауэр. Они не только высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задайте их на сайте эхо.эхо.эхо. Я тебе статью пришлю, я в Facebook кину. У них на Украине эти электронные декларации — это какой-то ад. Они декларируют гораздо больше, чем мы, чем у нас чиновники. Но у нас все декларируют. А? У нас все декларируют. Так у нас мы все декларируют, они все публикуют. Да, ну просто нас не публикуют, все, декларируют. Ну, хорошо. Какие-то там, видел, там дорогие покупки, что-то больше 5000, все это надо прописывать. И как раз смысл этой второй волны подачи декларации в том, что можно сравнить. Вот была первая волна и нынешняя волна. Mm-hmm. Если у тебя как-то существенный прирост, значит ты воровал. Правильно? Я не слышу. Ну ладно. Главное, ты песни пел вчера? Я? Где? Стихи Евтушенко. Ну, песни я-то не пел, я ставил. Я ставил... Интересный
Сережку, а сам спел, да? Сережку Ольхову я ставил. Я знаю, кто должен был спеть. Я ставил песню о дельфинах в исполнении Градского. Я ставил «Дельфина-русалка»? «Благодарю вас навсегда». И я ставил последнее. «Со мной что-то происходит». «Эхо Москвы» представляет программу «Ганопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Продолжаем. Состав тот же. Вопрос задает Соломин. Как в «Что, где, когда» сейчас прямо. Мы хотели вас спросить, с вашей точки зрения, протесты, которые мы наблюдаем сейчас, целую волну разных протестов, с разными совершенно даже поводами, но общим ключом, будут усугубляться, с вашей точки зрения, тогда 660-0664. Если они по природе нашей сойдут на нет, ну вот такие мы отходчивые, тогда 660-0665. Голосование. Процесс пошел. Протесты, протестная активность будет усугубляться, и тогда 660-0664. Если сойдут на нет, тогда 660-0665. Как вы думаете, голосуйте, нажимайте кнопку. Конкретно про дальнобойщиков одна мысль короткая. Власть, почему это происходит на Северном Кавказе? Власть пользуется тем, что как раз это далеко от Москвы. Это в Москве есть журналисты, в том числе международные, есть дипломаты, есть бизнесмены, иностранные инвесторы, которые могут разглядеть здесь, в столице, любой чих, любой, не знаю, пук. Просто. И это сразу моментальный резонанс. А на Кавказе, там, в наших южных краях, нет такого информационного обеспечения вот этих событий. Никто об этих историях не говорит. И это очень хорошо, это славно, что, например, Арсений Веснин, наш корреспондент, он доехал туда, он снимает эти вещи про войска, про то, как будет там жарко или уже жарко. Хорошо. Да, да, надо больше это освещать. Да, да, ты прав, вот мы этим и занимаемся. Пока идет голосование, проголосуйте, пожалуйста, активно, чтобы понятно было. Я хочу сказать и Нарышкину, и Соломину, и самое главное вам, уважаемые радиослушатели, вот действительно подтверждается, что там Россия страна непредсказуемого прошлого, потому что, вы знаете, все время меняется, пишут разные учебники, непредсказуемого будущего. И, соответственно, непредсказуемого настоящего, но будущего, потому что мы вообще не понимаем. Вот, пожалуйста, я открываю официальное агентство Росбалт. Я сейчас в паузе проверял, не фейковое ли это что-то. В общем, если фейковое, я извинюсь. Но я проверил, это Росбалт. Левада-центр провел опрос, и выяснилось, по Левада-центру большинство россиян, считаю, 67%, заявили, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за масштабы коррупции и финансовых злоупотреблений в высших эшелонах власти страны. Левада-центр. Согласно данным опроса, 42%, вдумайтесь, 42% заявили, что глава государства несет ответственность за коррупцию в значительной мере. Когда в паузе я сказал об этом Нарышкину, Нарышкин резонно мне сказал, а как же вот недавнее исследование, где там 148 или 265% говорит, что они любят Путина и готовы целовать его в сахарные уста. Понимаете? Вот я не знаю, я просто говорю, что мы живем в непредсказуемой стране. Вот таким образом можно... Ну, слушай, давайте точности ради... Мозгом. Не целовать уста, а одобряют работу. Хорошо, одобряют работу. Вот так, одной рукой россиянин одобряет работу, другой рукой он одобряет работу, где ответственность за масштабы коррупции несет тот же человек. В значительной мере 42%. Результаты голосования какие? 76% слушателей считают, что протесты будут в России усугубляться, и 24% считают, что сойдут на нет. Можем идти дальше? Да, давайте. Это программа «Ганопольская». Да. Итоги недели без Евгения Киселева. Герой недели. Герой. А первая группа героев, которую мы решили выделить, это, безусловно, талантливейшие люди. Режиссер Александр Сокуров, Алексей Красовский, актриса Елена Коренева, чьи выступления были на Нике, на церемонии вручения кинопремии Ника, были позже вырезаны из федерального эфира НТВ, который в записи показывал эту трансляцию. Я только одну вещь здесь скажу, потому что, мне кажется, долго-то обсуждать это и не нужно. Тут вряд ли может получиться какая-то дискуссия. Мне просто кажется, что вот эти вырезанные выступления,
выступления, они напротив станут, понимаете, их уничтожить нельзя. Они-то как раз и станут нетленкой. Они даже, может быть, войдут в учебники истории, такие более полноформатные, которые когда-нибудь будут написаны. Об этих речах, благодаря, благодаря хорошей устной традиции в России, будут вспоминать еще очень много, как помнит прекрасно, например, речь Леонида Парфенова, помните, которую он прочитал в лицо руководителям федеральных телеканалов. Я не помню, да, и это сильно изменило наши телеканалы. А дело в том, что эти речи не должны поменять завтра, понимаете, к чему-то привести. Они должны расставить все точки. Когда страна поменяется, когда в стране произойдут изменения, мы будем знать, кто какую роль играл. Да. Сейчас мы не знаем. И мы Сакурову сразу дадим министерский пост какой-нибудь. Ну, не мы, Патронки, какая разница? Не договорились, я уже буду в могиле лежать тогда. Я уже ничего не знаю. Ты будешь уже главным редактором, потому что ты сейчас первый заместитель главного редактора. Я знаю про рокировочку. Соловей рассказывал про рокировочку, которая готовится на Эхе Москвы. Все известно. Какой Медведев я, на пост, я, да. На про пост сайт, президента. Я про сайт. Ну, не надо. Ну, да, 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 хорошо. Поехали. Давай. Я, да. Все? Закончились с этой пункты. Да, второй герой. Илона Маск, как всегда, радует, ну, лично меня, и я думаю, радует многих, потому что его компания SpaceX, она запустила заново использованную уже ракету. Это вещи такие, они немыслимые. Никто никогда не мог предположить, что ракета, которая вот один раз она взлетает, она еще возвращается на Землю, а потом ее же после некой такой реконструкции запускают туда заново, и она опять возвращается. Это такая вещь важная, потому что это существенная экономия денег для запусков. Деньги можно будет направлять на более какие-то важные, например, исследования в области того же космоса. И что интересно, эта тема, она настолько важна, что ее даже, мне кажется, с большим интересом комментирует в Кремле. И Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, в частности, сказал, что в космической сфере наблюдается жесткая конкуренция, но есть основания полагать, что Россия сможет ее достойно выдержать. И вообще за Маском и за технологическими прорывами во всем мире Москва следит. Вопрос сразу, потом выскажемся на эту тему. Должна ли Россия соревноваться с США в области космоса? Если должна участвовать в этой, ну, не знаю, гонке 660-06-64, если Россия не должна соревноваться с США в этой области, в космической сфере, 660-06-65. Голосование. Процесс пошел. Москва должна соревноваться с США в космической сфере, если да, 660-06-64, если нет, 660-06-65. Я чисто информационно хочу сказать, что тут сейчас приехал американец некий, которому я там вожу его, показываю Киев и так далее, и у нас зашел разговор про Маска, и он неожиданную вещь сказал, что большое беспокойство в американских верхах. Потому что раньше НАСА, как известно, это был такой, значит, такая священная корова, действительно, с гигантскими проектами, которые шли все деньги, и там все было расписано на 40 лет вперед. Теперь вдруг возникает вопрос, а давать ли все деньги НАСА или устраивать тендер? Потому что там было устроено как? Деньги даются НАСА на долгосрочные программы, а НАСА уже устраивает тендеры. Так вот, я вам хочу сказать, что вот такая вот неожиданная вещь, это одна из тех причин, почему у нас Маск невозможен. Но он невозможен по многим причинам, потому что в несвободной стране, в несвободном обществе маски не возникают. Но тут еще одна вот эта история, представляете, вот у нас есть Роскосмос, и вдруг появится какой-то Нарышкин, который будет позволять себе делать какие-то ракетки, понимаете, и что из этого получится. Вот такая вот история. Ну, интересно, что же ответили наши радиослушатели? Ну-ну. 37% слушателей считают, что Россия должна соревноваться с США в области космоса. 63% считают, что, видимо, надо сдаться, не надо в этом участвовать. Пусть США сохраняет в этой сфере первенство. Нам лучше довольствоваться некими вторыми, не знаю, третьими позициями. Китай еще вперед пропустим.
Ну, я думаю, что надо дождаться, пока вернутся из ремонта все наши ракетные двигатели. Как мы знаем, об этом вчера Латынина очень смешно рассказывала. Значит, двигатели наши, вы знаете, все отозваны, там необходимые ракетные определенные, в которые были вставлены части, где были украдены все драгоценные металлы. Вот такая вот космонавтика. Давайте пусть вернутся уже с драгоценными металлами, если вернутся, если их не растащат там на запчасти. Чтобы вернуть драгоценные металлы, надо их вынуть из зубов чьих-то. Зачем? Из зубов чьих-то, да, лучше вот тех, кто воровал. Хорошо, можем идти дальше, да? Давайте. Это программа «Дальнопольская». Итог недели без Евгения Киселева. Редиска недели. Да, вот с редиской у нас тут всякие разные редиски. Я вам хочу сказать, что одна из редисок женского пола меня просто поразила. Вот я считаю, что такого не может быть в природе. А Россия – страна с непредсказуемым настоящим, чисто по-орловски, по-орловски, боже мой, не выговорить. Она показывает чудеса. Сейчас кто, Соломин или Нарышкин вам расскажут? Мы с вами про чеченскую правозащитницу говорим. Да, 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 да. Да, действительно, есть в Чечне Совет по развитию гражданского общества, ну, регионального уровня, есть там Хеда Саратова. И она комментировала историю, которую подняла на поверхность «Новая газета». Гомосексуалы, геи в Чечне подвергаются преследованиям. «Новая газета» сообщает даже о нескольких убийствах, причем подозрения, причем задерживают тех, кто геем является, кто геем не является. И «Новая газета» объясняет, что это большой вообще позор, если в семье узнают, что, например, вот там, сын, племянник, он гей. И, собственно, обратились за комментариями и к руководству Чечни. Есть такой комментарий Альви Каримова, весьма... Нет, но ты не сказал существительного, ты не сказал, что она сказала, ее фразу. А чего вы меня гоните? Я же вот говорю. Вы, а, прости, все, извини, слушаете. Извини, да. Да, понял. А, это обратились за комментарием. Обратились, поводу, да, я же подвожу, ага, что же вы такой нетерпеливый? Прости. И самое интересное, что говорит правозащитница чеченская Хеда Саратова. Она называет гомосексуализм злом. Это зло, с которым будет каждый чеченец бороться. Уважающий себя и обычай чеченец сам без правоохранительных структур будет преследовать и делать все, чтобы в чеченском обществе не было людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Еще раз, повтори, пожалуйста, ее фразу вот с того места, что каждый чеченец с силовыми органами или без... Уважающий себя и обычаи чеченец сам без правоохранительных структур будет преследовать и делать все, чтобы в чеченском обществе не было людей нетрадиционной сексуальной ориентации. То есть, другими словами... Даже вот крайние меры в отношении таких людей общество, в котором мы живем, не осудит. То есть, по сути, эта дама, как ее, Саратова, да? Сейчас, извините. Да. Хеда Саратова, да. Да, госпожа Саратова, по сути, санкционировала и оправдала превентивно расправы с летальным исходом, давай так скажем, ну, я не знаю, убийство, наверное, причем делегировала это не только правоохранительным органам, но и отдельным гражданам. Да, это сильно. Фауст Гёте просто страшно. Не был написан. Там другое страшно. Вот я цитирую сейчас «Московский комсомолец», тоже, наверное, интервью и высказывание Саратовой. Саратова отметила, что рассматривать заявление об убийстве в таком случае не стало бы. Как человек, который вообще-то исполняет общественную функцию, защиту прав своих граждан, говорит, что не стало бы рассматривать заявление об убийстве. Потому что она защищает от геев. Вы знаете уже, наверное, да, первую реакцию по этому поводу на Западе? Нет. Это очень интересно. Ну, во-первых, идет разговор о бойкоте спортивных соревнований, которые будут проводиться в Российской Федерации. Ну, потому что, вы знаете, достаточное количество геев в спорте. Дальше идет разговор о сотрудничестве с компаниями, в которых, ну, скажем так, есть всякое гомосексуальное лобби, оно существует. В общем, она сделала много радостных, я уже не говорю о всяких гастролях и так далее, и так далее всем. Во всяком случае, могу вам сказать, что с большим вниманием вот эти вот слова, которые, конечно, помогли Российской Федерации опять с ее репутацией, восприняты на Западе. Это очень интересно. Вот завтра, послезавтра вы увидите это дело в новостях.
Есть еще одна редиска на этой неделе. Мы решили назначить таким важным, дать такой важный титул новому главе Росмолодежи Александру Бугаеву. Мы же всю неделю фактически следим за дискуссией и пытаемся понять, почему на акции недельной давности вышло большое количество молодежи, и Александр Бугаев высказался, собственно, по своей профильной тематике, сказал, что те, кто втягивает детей в какие-либо политические процессы, являются, мягко скажем, очень нехорошими людьми. Даже очень суровые диктаторские режимы не позволяли себе втягивать детей в политику. Нельзя втягивать детей в политические процессы. Это то, что сейчас появилась компания, и даже на телевидении всякая блевотина начала называть Навального педофилом, да, вот это вот, политический педофил, вот это. Не знаю, нет, слушайте, я сразу почему-то вспомнил, как... Это очень смешно, Александр Бугаев, видимо, я не знаю, сколько ему лет, но он, видимо, очень молодой и не помнит, как, сколько лет, получается, не знаю, 5-10 назад существовали прекрасные движения «Наши», «Россия молодая», и их, по-моему, активно диктаторские режимы, он говорит, даже суровые диктаторские режимы не используют себе детей. Значит, путинский режим еще хуже, если он использует детей в политике. А как раз тогда было использование детей в политике. Видите, как поменял? Это символическая фраза. Он должен сейчас бежать, либо уже оформлять... Кто, Бугаев или я? Да. Нет, Бугаев. Либо готовиться к посадке, как, вы помните, Огурцов, представитель там посадки. Чего? Да. «Россия молодая» или чего-то там было Мищенко, такое. Да. Да, вот да, я думаю, да, что сейчас вы очень Татарщин. Сильно напугали этого молодого человека, потому что он думает, лучше бы я назвал его по фамилии. Вы же знаете, что мне нельзя называть Навального по фамилии, ну, во всяком случае, как-то не принято. А он сейчас ну, думает, хорошо. А если я его не назвал, то могут ведь подумать и действительно, могут и подумать да. на с нашего... Так сказать, на Верховного? Да, Верховного. Мало ли. Значит, нет, не Верховного. Я просто обращаю внимание, что это такая тактика, которую взяло на себя российское телевидение, которое ровно так внедряет такую историю, которая называется «Навальный педофил», поскольку он пригласил детей и так далее, у него повышенный, правда, пока политический интерес к детям. Ну, Навальному не привыкать, поскольку он обвешен уже всеми этими веселками. Видел, да, действительно. Ребята, знаете, я очень забочусь, простите, поскольку вы банкуете, вы в студии, чтобы нам успеть послушать Киселева. Мы успеем послушать Киселева. Давайте зададим вопрос. А у нас вопрос есть, да, действительно. Вопрос, как, потом как вы считаете, есть время, все нормально. Нужно ли детей знакомить с политикой, с вашей точки зрения? Если да, нужно 660-0664, если нет, не нужно 660-0665. Один комментарий сделаем. Счет ваших голосов. Нужно ли детей знакомить с политикой? Если да, нужно 660-0664, если нет, не нужно 660-0665. Я только хотел сказать, что вообще политика – это искусство управления государством. Я не знаю, в какие игры привык играть Александр Бугаев и что он считает политикой. Если для него политика – это грязное дело изначально, то он немножко в других, наверное, условиях вырос и плохой пример для себя откуда-то почерпнул. Я не знаю, где он взял эти плохие примеры. Я их в упор не вижу. В упор смотрю, нет у нас плохих, грязной политики нигде, во власти нет такого. Где он это взял? Политика – это искусство, которому дети должны учиться на уроках обществознания, знать, какие у нас есть политические партии, какие у них есть программы. Это, между прочим, должно впитываться вместе с другими познаниями, математическими, лингвистическими, историческими. Это очень важный процесс, который почему-то Бугаев хочет исключить абсолютно из сферы несовершеннолетних. Только алло! 17 лет, сегодня кто-то верно в Твиттере написал, я уже сейчас не помню, извините, не сошлюсь. В 17 лет ребенку нельзя знать, что такое политика, а в 18 лет он призывается в российскую армию, должен быть готов за свою родину умереть. Нарышкин, была такая знаменитая фраза, там что-то, как не остановить бегущего бизона, так не остановить поющего Кобзона. Кобзон, я боялся, что Соломин не успеет сегодня проораться, потому что время... Да, но проорался, все сказал, слава богу, поэтому неделя будет спокойная для тебя, вы много вместе работаете. Давайте результаты. 83% наших слушателей сказали, что нужно знакомить детей с политикой, и 17% выступают против этого. Мы к Евгению Алексеевичу переходим.
Это программа «Гнопольск» и ее рубрика «Возвращение блудного...» да, Киселева. Ушел из жизни Евгений Евтушенко, и, собственно, этому посвящен комментарий Евгения Киселева. Две громкие смерти случились на минувшей неделе, и каждая означала конец. А сколько останется времени? И обе случились в Америке, и это сколько тоже, останется? На мой взгляд, знаковое событие. Люди постарше помнят, наверное, вышедший в феврале 87-го года номер «Огонька» флагманского журнала «Перестройки», где на обложке были изображены на фоне зимнего переделкинского пейзажа сразу четыре культовых поэта, имена которых загремели в годы оттепели. Роберт Рождественский, Булат Акуджава, Андрей Вознесенский и Евгений Евтушенко. В таком же порядке они и отгремели, и ушли. Последним, 1 апреля 2017 года, умер Евтушенко. В далекой Талсе, в штате Оклахома, где он преподавал в местном университете, и где он прожил, возможно, самые комфортные, спокойные и счастливые последние четверть века своей жизни. И нет теперь не только Евтушенко. Нет уже и большинства других, кого не было на том снимке, кто остался за кадром, но кто вместе с той четверкой был гордостью русской литературы конца 20 века. Василия Аксенова, Беллы Ахмадулиной, Иосифа Бродского, Сергея Довлатова, Владимира Максимова, Александра Галича, Петра Вайля и многих других. И почти все они уже провели остаток жизни вдали от родины. А накануне в Пало-Альто, Калифорнии, городе, где находится штаб-квартира едва ли не всех самых передовых технологических компаний мира, Apple, Facebook, Hewlett-Packard, Tesla Motors, умер гениальный физик-теоретик, нобелевский лауреат, ученик великого Ландау Алексей Абрикосов, который тоже переехал из России в Америку почти четверть века назад и получил нобелевскую премию уже как ученый из США. Кстати, в интервью «Свободе» академик Абрикосов сказал, что так натерпелся от родной власти, что по этому случаю горжусь тем, что эта премия считается за Америкой. И повторил, я этим горжусь. Это чрезвычайно печально, что все больше мыслящих людей уезжают за пределы Родины. Что для них, как впрочем, было испокон веков, Родина не мать, а жестокая тяжелая мачеха. Впрочем, здесь можно процитировать еще одного великого русского, который прожил больше своей жизни вдали от Родины. Да. Не будем принять на изгнание, писал однажды Владимир Набоков. Повторим в эти дни слова того древнего воина, о котором пишет Плутарх. Ночью в пустынных полях, далече от Рима, я раскинул шатер, и мой шатер был мне Римом. Про Евгения Евтушенко сказал Киселев. И еще одно печальное событие, вот только что, когда наша передача была в эфире. Для вас имя этого человека значит довольно мало, но для людей среднего и старшего поколения много. В Израиле умер известный советский кинорежиссер Михаил Калик, который, ну, наиболее известный его фильм, знаменитый, абсолютно такой харизматичный фильм, если можно, про, ну, такая классика советского кино «До свидания, мальчики». И вы знаете, вот я бы просто ограничился этими словами, если бы не факт его географии. Читаю. В 51-м году вместе с несколькими другими студентами, он уже закончил в ГИК, мастерская Григория Александрова. Михаил Калик, ребята, был арестован по обвинению в еврейском буржуазном национализме, террористических намерениях, осужден на 10 лет исправительно-трудовых лагерей, прошел несколько тюрем и лагерей и был освобожден, реабилитирован в 54-м году. Напомню, в 53-м умер Сталин, а так бы он сидел и сидел. Так вот, я хочу сказать, что у традиции разбираться с деятелями культуры, с всякими Сакуровыми, у Российской Федерации, прекрасной наследницы Советского Союза и сталинского режима, большой опыт. Спасибо большое. Нарышкин Соломин, Светлана Ростовцева, Матвей Гонопольский. Итоги недели без Евгения Киселева. И Киселев был. До встречи через неделю. Пока. Счастливо. Это была программа «Гонопольская». Итоги недели без Евгения Киселева. Презираю всех. Шутка, конечно. Чего, как? Как? Хорошо, бодренько, да? Нормально, весело. Бессмысленно с нашей стороны. Не знаю, мне понравилось. Ну.
Сейчас глубокий. Я сказать хочу. А вы слышите меня, да? Сейчас, 20 секунд. 20 секунд мы в сетевизоре. Нет, после сетевизора. Пудум-пидум-пум. Я не знаю, что вы делаете, но у вас это 10, заметно. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.